Итак, мы находимся в Бангалоре. Сейчас 26 градусов на улице, ощущается как 28. Штат Карнатака, да? Штат Карнатака. О, Итер, да, Селс? How much is price? I don't know. Я тоже. Less than Delhi. Да? Ну, здесь будет дороже все, чем в Дели. И духи, и браслеты, и все, я думаю. О, ханчка, резинки. Ханчка, hairband, не таск. Так. Вот. Сколько? 20? 20? No, 40. 46. А? Что? Давай. Короче, за 6 резинок 40 рупий. И не хотят давать дешевле, потому что я европейская девушка, европейской внешности. И не важно, что на мне сейчас идет курсьют крутой и дубата. И атрибутика замужней женщины не хотят. Сбивать цену. Why do you think it's expensive? Huh? I don't think it's very good. It's normal hairband, ханчка. Like I had, да. Здесь браслеты. О, ас. I don't know, can I make video here or not? Сейчас посмотрим, могу ли я сделать видео здесь или нет. Это такие украшения индийские. Так что это... Сейчас посмотрим, что здесь есть. Это. Hairband. Где это? Сейчас посмотрим. О, какие красивые сережки. Здесь все дороже, чем в Северной Индии. Сейчас посмотрю. Короче, нужно посмотреть, что-то есть здесь серебряное или нет. Скорее всего, это все подделка. Да, зато все очень красивое. Ну вот, если смотреть эти сережки, по 2000 они, вот 1495 рублей. Эти большие. В общем, те резинки оказались дешевле. 40 рупий за 6 штук. Здесь одна резинка 25. So there was cheaper. But beautiful, да? Да, но зато красивый. Да. Итак, пойдем дальше. Ну, здесь будет все дороже. Вот такие вот люди сидят с проблемами.
врожденными, я не знаю, или приобретенными специально в детстве. Нет, Ханечка, только не в Макдональдс, пожалуйста. Он меня все подбивает, я и так вот набрала уже. О, Ханечка, we can ask here. Look, they are also hair banker. Мы сейчас пойдем смотреть на резинку для волос. Еще полотенце хотела купить. Мы... Ох, как я люблю переходить с дороги. Так, ладно, отключаюсь. Сниму следующее видео, если будет что-то интересное.